Всем привет, друзья! Если вам потребовался рыболовный тройничок, а под рукой его не оказалось, его можно очень легко изготовить самостоятельно, абсолютно любого размера и буквально за несколько минут. Для этого берем три подходящих крючка одинакового размера, именно того, который вам нужен. Теперь у двух, отступив примерно по миллиметру, нужно откусить вот эти верхние ушки. Берем плоскогубцы и откусываем. Вот что должно получиться. Дальше при помощи наждачной бумаги все три крючка нужно зачистить. Убрать с них вот этот верхний слой напыления, чтобы получился голый металл. Пока зачищаю, сразу включил паяльник. Как видите, верхнее напыление уже снято, крючок готов к пайке. Поступаем точно так же с остальными. После того, как все три крючка зачищены, их нужно облудить. Для этого использовать буду паяльную кислоту. Также подойдет обычная таблетка аспирина. Просто ложите крючок, сверху прогреваете паяльником. Аспирин очень хорошо заменяет кислоту, если кто не знал. Поочередно зажимаем по одному крючку. Хорошо вот так вот натираем его паяльной кислотой, чтобы олово хорошо ложилось. После того, как обработали кислотой, можно облуживать. Так поступаем со всеми тремя крючками. Скептики могут сказать, что паяльный тройник будет ненадежным. Хочу их сразу же разочаровать. Просто возьмите зимние мормышки. Там все крючки впаивают в свинец или в олово. Теперь мне понадобится дрель, а именно вот такой вот патрон. Нужно вот в эти губки зажать все три крючка, чтобы они стояли на одинаковом расстоянии и все было ровненько. То есть упираем бородками в нижнюю часть патрона, ровненько все вот так вот выставляем, затем поджимаем и можно будет паять. Вот таким вот образом, друзья, все вставили, выровняли, поджали. Дальше опять обрабатываем паяльной кислотой. Можно приступать к финальной пайке. Капаем паяльник в олово и начинаем легкими движениями вот так вот распределять весь припой по тройничку. Ну вот и все, тройничок практически готов. Ну, друзья, что получилось? Ровненький, держится крепко. И потратил я около 3 минут на изготовление. Мне нужен тройничок с опушкой. Сейчас я его доработаю. Опушку буду делать из старого зарядника. Вот эта вот верхняя оболочка отлично подходит. Отрезал кусочек, снял изоляцию. И теперь продеваю тройничок вовнутрь. Чтобы верх выглядел более аккуратно, немного прям подплавляю зажигалочкой. И одену кусочек термоусадки. Допустим, желтого цвета. Одел и при помощи зажигалочки термоусаживаем. После этого немного распушаем опушечку и лишнее нужно будет отрезать. Ну и так, как вы могли убедиться, всего лишь несколько минут работы, у меня готовый рабочий тройничок для блесенки. Вот в таком виде получился. Ну а на сегодня, друзья, у меня все. Надеюсь, что это видео кому-то было полезным. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр и всем пока. До новых интересных видео.